Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мое любимое видео. Я получила первый заказ по 8-му каталогу компании Oriflame, заказ на 278 баллов или 283, ну, около 300 баллов, будем так точнее. Очень крутой каталог, и в первую очередь хочу похвастаться тем, что я заказала себе с распродажи. У нас идет распродажа для своих, и тот, кто делал заказ в прошлом каталоге номер 7 на 50 баллов и в этом на 50, то сразу открывается распродажа, в которой сумки, палантины, очки и другие аксессуары. Я выбрала ту сумку, о которой я мечтала. Она была у нас как-то по акции, нужно было накапливать спонсорские баллы, а потом менять на сумки, но мне не хватило на эту сумку, и я, честно говоря, чуть не плакала, потому что выбор был сложный. Я так хотела эту яркую желтую, слушайте, и так случайно сегодня на мне как раз такого же цвета платье. Боже мой, мы просто созданы друг для друга, какой прикольный кейс. В принципе, эту сумку можно носить как кейс для косметики, можно носить просто в повседневной жизни, она настолько нестандартная. Ах, как же открыть, все, у меня все получается. Так, рассмотрим сверху. Открываем. Вау, а здесь все для карандашей, можно, кстати, ручки какие-то положить. Вау, прикольно. Далее открываю второй, ну тут понятно, это для блесков и карандашей. А внутри, посмотрите, это сумка с сюрпризами. Просто я уже не помню, что здесь было, а теперь я вспоминаю. Так, я вынимаю картонку, она нам не нужна. И у нас получается внутри все синим отделано, и есть по бокам еще такие резинки настрочены, в которые можно вставлять кисти. Фантастика. И еще есть такая маленькая косметичка прозрачная, как я люблю, чтобы сразу было видно, что в ней лежит. Вот такие штуки, кстати, нужно выкидывать из дома, не хранить дома. Косметичку можно все положить и сверху ее бросить, или опустить наоборот вниз, или вообще не брать с собой. А есть еще дополнительный ремешок, длинный ремешок, который можно прикрепить карабинчиками вот сюда по бокам, закрепляем и будем носить сумку как сумку через плечо. Очень прикольно, я так рада этой сумочке. Ну скажите, она прелесть просто, и она выглядит как кожаная, такая вся классная, не стоит колом, то есть видно, что это не какая-то дерюшка, да, ну и понятно, что это кожа, натуральная кожа. Шучу. Очень я в восторге, пусть стоит, вот тут меня радует эта сумка, и еще сюда же закину ремешок. Все, я так давно хотела такое что-то яркое, акцентное и необычное, теперь у меня это есть. А так как я делала заказ на 2 человека, я же не одна в семье, я сделала заказ и туда, и сюда, и заказала вторую сумку. Но вторую сумку я заказала не для себя, а для одной своей классной подруги, которая мечтала о спортивной сумке. Да, мечтала, и получает теперь она вот такую сумку Puma. Вау, какая она классная! Слушайте, я не знаю, какая там ситуация с этой распродажей, что-то осталось или нет. Нас компания сразу предупредила, что будет распродажа идти до того момента, пока не закончатся продукты. Кстати, сейчас в каталогах практически нет аксессуаров, и мне от этого очень грустно, ребят, очень грустно. Давайте все вместе просить нашу компанию писать письма, писать комментарии, чтобы нам вернули аксессуары доступные, классные, разнообразные, потому что на мне даже сейчас аксессуары — это очень-очень давнишняя коллекция, больше 10 лет это точно. И посмотрите, как это круто выглядит, то есть не изменила цвет, не испортилась, не помутнела. Я обожаю аксессуары Oriflame, а сумки наши, они же на любой случай жизни очень долго играющие. Вот такая сумка прикольная, кстати, здесь регулируются ручки, такой вообще первый раз вижу. И их можно делать короче, а можно делать длиннее. То есть, ну, она теперь у меня модняшка будет, понятно, сочетание вот это мята и серый, внутри карман, ну и конечно же Puma. Puma, это есть Puma. Слушайте, я очень рада, что я доставлю удовольствие человеку. Вот,
потому что я подумала, куда мне столько сумок-то, у меня же их полно. Так, теперь буду хвалиться, что у меня в заказе. Смотрите, под заказ две краски и одна мне. Это мой цвет 9.0. И обратите внимание, люди заказывают то же самое, что у меня, потому что нравится мой цвет и хотят такой. На самом деле, мне кажется, он такой живой, такой какой-то вот симпатичный. То есть нет в нем искусственной какой-то белизны или серости. А этот оттенок действительно выглядит как натуральный цвет, и это очень подкупает людей. Поэтому у меня 9.0 уже. Три человека красят этой краской. Вот три. Одна мне, две под заказ. Будут, наверное, еще под заказ. Я заказала с распродажи патчи. Они там всего по 111 рублей. Вы знаете, мое мнение, что эти патчи очень дорого стоят. Потому что можно как бы купить банку патчей корейских просто за копейки и каждый день их клеить и вообще не думать о деньгах. Когда патчи стоят более 150 рублей за одну штуку, думаешь: блин, дорого, начинаешь экономить и делать по праздникам. Но за 111 рублей мне показалась цена мега комфортная, потому что эти патчи крутые, они с гиалуроновой кислотой, в них столько всего полезного, они упакованы каждый в отдельную упаковочку, и когда их делаешь, ну вот реально видишь, что кожа становится моложе. Поэтому я решила себя побаловать, у меня там еще есть парочку, я вот в себе заначку еще беру. Обязательно всем рассказываю про серию против выпадения волос. Вы знаете, может быть, я немножечко, конечно, фанатик Oriflame, да, фанатик, но все равно у меня есть такое кредо, что быть нужно честной и всегда честно рассказывать информацию своим клиентам, близким, зрителям, подписчикам. То есть для меня это важно. И сейчас мне много присылают на обзор продукции. Хорошие продукции, разные компании обращаются, да, покажите, расскажите ваше мнение. И естественно, я рассказываю честное мнение, что-то мне прям очень нравится, и я вам буду об этом тоже рассказывать. Особенно вот в пустые баночки, то, что уходит после использования, я всегда рассказываю, что понравилось, а что нет. А есть что-то, что не нравится, или я не вижу результата, или не нравятся запахи. Так вот, про эту серию я вам говорю, что она работает круто. Я вижу на расческе уже волос намного меньше, в два, может быть, даже уже в три раза меньше, чем было раньше. И мне есть чем сравнивать, потому что мне прислали также на обзор продукцию против выпадения и, по-моему, там для роста волос. И я увидела сразу разницу, то, что количество выпадающих волос вернулось. И я опять вернулась к этой серии. Мне она очень нравится. Во-первых, чудесный аромат. Если сравнивать с серией, как у нас называлась серия, активатор роста волос, да, то так, с каким-то таким мужским немножко ароматом, то есть как-то грубовато. Это пахнет очень вкусно. Потом расход очень маленький, просто капелюшечный. И еще рекомендация: когда вы будете наносить шампунь, наносите его и подержите на волосах, прям вот вспеньте, распределите по волосам и оставьте минут на 7. Вот видите, какой у меня результат. У меня волосы стали просто как шелк, я их не вытягивала, я их не выглаживала, вот просто помыла и подсушила феном, не крутила расческой. То есть это живой реальный вот волос. Кстати, вчера еще мыла голову, не сегодня, вчера вообще было круто. Вот, подержали, смыли, второй раз нанесли, подержали, смыли, потом наносим кондиционер, подержали 3 минутки, смыли, и еще раз нанесите. Напитайте волосы, пусть они берут столько, сколько им нужно. Это меня научила очень девочка, которая профессионально занимается уходом за волосами, прошла недавно обучение такое свеженькое и рассказала мне вот такой лайфхак, а я делюсь с вами. Так, вот действительно будет так. Видно? Не видно? Надеюсь, видно. И что у меня еще в заказе? Конечно же, уже заказывают эти шампуни мои друзья, я всем хвалю, всем рассказываю, потому что это бомбическая серия. Не удержалась и взяла с распродажи себе еще один бальзам Климат Контроль. Просто он очень дешевый, я подумала, такой расход у нас большой бальзамов, пусть будет. И один наборчик взяла для подруги, потому что она брала один раз, недавно приехала, забрала второй набор, и я думаю, скоро она опять попросит, да, пусть будет, пусть уже ждет ее наборчик вот здесь, потому что Климат Контроль очень классная тоже серия,
особенно вот сейчас жара, когда такие перепады температуры, зимой я ей пользовалась с удовольствием, летом будет она очень классно, где вот кондиционеры, потом на солнце пошли. То есть этот шампунь, он позволяет сохранить волосы и защитить от внешних влияний. Вот я сокращенно говорю. В заказе у меня гель для душа, это подарок, и его вложат всем, кто вот в этой акции с сумочками участвует. Это подарок сюрприз мне достался гель с витамином Е, с макадамией из серии VitaKeo. Классный подарок, я люблю подарки, я им очень рада. А вот с резерва я получила аромат для подруги с вишневым цветом, Cherry Blossom. Я думаю, она будет в восторге, потому что она буквально чуть не плакала, когда я сказала: ой, а его нет на складе. Я, кстати, так удивилась, что аромат расхватали. Ну ничего удивительного, крутой аромат, поэтому круто, круто берут. Узнаете? Эклат, Викенд, шикарный аромат, роскошный, шлейфный, такой фруктовый, он летний, он очень вкусно пахнет. И его заказала одна девочка для себя и сестры. Да, рассказывайте, какой это классный аромат. Сейчас по акции идут мыла серии Love Nature, и я взяла себе мой любимый с ароматом дыни и кокосовой воды, а второй лайм и клубника, и он отшелушивающий. В этом мыле прям сразу видно вот эти вот отшелушивающие частички, которые похожи на бабочки самой клубники. Чудесные мыла, я прям их обожаю. И сейчас по акции они идут так: именно 2 нужно брать или 4, четное количество дает большую скидку. Так, что-то у меня здесь еще, сейчас покажу. Тени для бровей, уже повторный, мне кажется, третий заказ от одной клиентки, но их так надолго хватает. Эти тени для бровей, они чудесные, они еще и с воском, и с двумя кисточками, одна для воска, другая для самих теней, и 2 оттенка теней, которые можно смешивать и делать брови или темнее, или посветлее, или, например, вначале посветлее, а потом утемнить. Заказ — это блеск для губ из новеньких, кстати, тот, который мне больше всех понравился, а у меня уже вышел на канале обзор, но там, правда, только 4 блеска, но все равно видно, какие они классные. Я удержалась, я себе не заказала, потому что я только в распродаже взяла себе 3 новых блеска из предыдущей коллекции. Ну кто знал, что будут новинки? Ну кто знал? Кто бы мне рассказывал все новости? Вы же знаете, что я не смотрю каталоги наперед, и я не люблю этого делать, потому что мне настолько нравится вот это ощущение сюрприза, ощущение праздника, что ну что будет вот какая-то новинка, я буду листать каталог бумажный, и я удивлюсь. Я так люблю. Так, и серия On Color в заказе у меня карандаш, по-моему, должен быть еще один, сейчас во второй коробке посмотрю. Карандаш двухсторонний, и он крутой. Если я не забыла и заказала второй, значит, второй для меня. Это под заказ для клиентки, но если там будет второй, то мы их попробуем оба цвета. Я вам покажу, как это выглядит. Я вообще никогда не заказываю себе карандашики On Color, как-то вот больше я люблю механические, я люблю подводки, кстати, больше всего, или Giordani карандаши. А тут ко мне приезжала партнер, подруга из Москвы. Я когда ее увидела, мы не виделись, кстати, несколько лет, и недавно она мне позвонила и говорит: я хочу в Oriflame, зарегистрируй меня. Я ее зарегистрировала, и тут она приехала в гости в Саратов и пришла ко мне, и я ее издалека еще пошла встречать, и первое, что я увидела, это ее глаза, это невероятно красивые стрелки. Оказалось, что она пользуется этим карандашом, она его прям достала, мне показала, я удивилась, он так мягко ложится на глаза. Она говорит: я в восторге, я, говорит, себе уже второй беру, а ты еще не знаешь, ну даешь. Так, первую коробку разобрали, а во второй в основном подарки, подарки от компании и подарки, вернее, даже не то что подарки, а мне прислали продукцию на обзор, я же официальный обозреватель еще, я вам благодарна, то, что вы меня поддерживаете, и надеюсь, меня еще оставят на один сезон, потому что это очень круто — получать новинки в первых рядах и показывать их вам. Итак, первое, что я вам покажу, это яркий футляр с тушью для ресничек серии On Color. Меня удивила кисточка, к
Кстати, я же уже распаковала, я же уже накрасилась, вы видите на моих глазах это коричневая тушь. Что сразу вам буду рассказывать, пока это видео выйдет, еще вы уже будете знать, ее легко наслаивать, она не дает комочков, она легко наносится, и что мне понравилось, она все-таки реально укладывает ресницы, потому что мои ресницы, они вот созданы для тестирования, потому что они капризные, они разной длины, кончики очень худенькие. Кстати, некоторая тушь Giordani вообще не справляется, она делает хорошо, 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 а потом один слой раз, и тоненькие кончики не выдерживают груза и опускаются вниз. Это выглядит очень смешно, как лапки паука. Вот эта тушь справилась. Кстати, мне тушь понравилась, и она будет в трех оттенках: синяя, коричневая и черная. Еще бы сделали нам зеленую, розовую, желтую, да, побольше цветов, чтобы поиграть с тушью. Кстати, дам вам прикольную рекомендацию: можно цветной тушью красить только нижние реснички. Например, возьмите синюю, и на вас пусть будет что-то в холодных оттенках, например, голубое, розовое, синее, и проведите контурным карандашиком. Кстати, вот можно этим, с одной стороны синий, с другой такой изумрудный зеленый, покрасьте внизу, и нижние реснички сделайте синие, а верхние черные, и увидите, какой будет классный эффект. Просто, просто супер. Итак, положили мне в подарок продукт по акции. Вы наверняка знаете акцию, уже все про нее шумят, просто сделай свое лето вот таким классным. И в этой акции куча подарков, и чтобы в ней участвовать, нужно просто приглашать к себе в команду друзей, знакомых, незнакомых людей и учить их делать заказы. И за все их заказы, то есть все баллы, которые сделают ваши новички в течение 21 дня, вы потом можете менять эти баллы на подарки. Самый маленький подарок — это жидкое мыло Fleur d'Orange. Оно крутое, очень крутое, с натуральными эфирными маслами. А самый крутой подарок, самый дорогой, 3000 баллов нужно накопить, электросамокат и второй — очиститель воздуха. Вообще, посмотрите все подарки, всю акцию, она очень крутая. Наметьте себе то, что вы хотите, и действуйте. У вас два каталога, чтобы регистрировать и собирать баллы. Так, пусть он стоит здесь, подарок за 50 баллов. Кстати, это мыло можно получить, шикарное мыло, поэтому постарайтесь, заработайте себе кучу подарков. Так, и в заказе у меня шаг, целый шаг, это wellness. Как я рада, что клубничный коктейль положили, а я думала, будет шоколадный, потому что в прошлый раз пришел шоколадный. Итак, набор, по-моему, это третий шаг, а четвертый придет бесплатно. Да, все правильно. Витамины wellness pack и коктейль тоже wellness pack. Сейчас стала активно пить коктейль снова, потому что у меня был перерыв. Вот реально, вы знаете, вот как будто, не знаю, надоело что ли вот это все взбивать, или вот что-то захотелось переключиться. Пила только витамины, витамины вообще не прекращаю пить. А потом, вот знаете, как будто организм сам сказал: хочу коктейль. И дочка стала просить: мам, хочу коктейль, что-то коктейля давно не было. И вот я сразу оформила подписку Wellness Life Plus. В этой подписке два продукта идет. Чем мне нравится именно подписка, а не отдельно взять витамины, отдельно коктейль. Приходит первый шаг в чемоданчике с шейкером в подарок, книжечка специальная, такое, знаете, с рецептами, там можно свои показатели вписывать, и все это в красивом чемоданчике, такой хороший плотный картон, и я в этом чемоданчике потом что-то храню из продукции. Вот, так что витамины пить нужно, особенно в наше время, мне кажется, это уже не обсуждается, да, что ну как жить без витаминов, когда сейчас здоровье мы научились ценить по-новому. Да, если раньше у нас как бы не было такого стресса, как сейчас, этой пандемии, никогда мы не сталкивались с таким. И сейчас, особенно те, кто столкнулись, кто переболел и кто сейчас восстанавливается, и многие люди очень тяжело восстанавливаются, сейчас люди уже понимают, что витамины, они просто нужны, просто нужно брать и пить, и нужно пить хорошие. Посмотрите состав,
Он очень хороший. Я не знаю, может быть, и есть лучше, но я не встречала. Итак, у меня в заказе еще есть вот такой гигант из серии Discovery гель для душа. Это под заказ. Камчатка, естественно, Камчатка. Все ее почему-то любят, а я не очень, кстати, как-то все время предпочитаю какие-то другие ароматы. Ну, понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, но это крутой гель. На него в этом каталоге отличная цена, отличный объем. По-моему, здесь 400, да, 400 миллилитров, хороший объем за хорошую стоимость. И в заказе маски для волос, масочки с бананом и авокадо. В этом каталоге они тоже идут по хорошей цене. Вот, кстати, на мою длину и на мою гущину пол маски мне целая не нужна, это уже слишком перебор. Либо сделать раз, подержать, как я вам уже рассказывала, смыть и сделать второй, чтобы напитать волосы. Кстати, так и попробую сделать. Эти под заказ, но у меня-то есть мой волшебный чемоданчик с масками, где у меня их очень-очень много. Так, это еще не все. Ура! Есть карандашик. Я не забыла себя. Хочу делать такой яркий макияж. Сейчас попробуем, как этот карандашик красиво выглядит. И в заказе лак. Это тоже под заказ, кстати, девочка, клиентка взяла краску и вот этот чудесный лак. Знаете, вот прям, мне кажется, он очень красивый. Попрошу ее, чтобы она при мне попробовала. И если он будет такой непрозрачный цвет, вот красивый, плотный, я себе тоже закажу. Такой классный. Но вот мне хочется, чтобы вот он действительно был не как французский маникюр такой полупрозрачный, а мне нужно, чтобы мои ногти лак перекрывал, потому что, ну, они все равно какие-то неровные, кончик беленький, а я хочу такой плотный, вот прям леденец, очень красивый цвет. Ага, так как два номера, два подарка, точно такой же гель достался, потому что делала заказы прям один за другим очень быстро. Ну и что здесь еще прячется? Ага, со скидкой 50% я заказала пептиды. Это уже третья пачка. Слушайте, но пептиды мне очень понравились, и я понимаю, что их можно принимать на свою кожу. Понятно, да, что это сыворотка с пептидами для кожи. Здесь 7 ампул, и их можно принимать сколько угодно, то есть не будет перенасыщения, это просто очень полезно для кожи. Поэтому когда у меня есть такая возможность, я беру побольше, побольше себе любимой для своей красоты, потому что мне очень нравится эффект на шее, мне нравится, какая плотная становится кожа, когда пептидами пользуюсь. Поэтому я пользуюсь, ну, не каждый день. Сначала курс я сделала 7 дней, потом перед днем рождения я сделала 3 ампулки, там у меня 4 лежат, и я их сейчас допользую, ну, например, раз в неделю или два раза в неделю. Открою новую пачку со скидкой 50%, по-моему, 1000 рублей всего получилось. Отлично, супер просто. И так как я участвовала в акции «Здесь и сейчас» и накопила кучу спонсорских баллов, у меня получилось 3137 спонсорских баллов. И тот, кто смотрел видео с заказом, как я оформляла заказ, вы уже видели, что я выбрала за 100 баллов витамины Wellness. Это нутрикомплекс для волос и ногтей. О, хлеб испекся у Миши, попищит немножко. За 1 рубль я взяла витамины, а за 3000 баллов, то есть эти витамины стоили 100 баллов, за 3000 баллов я их поменяла на телефон. И мне скоро придет телефон новый, Samsung A72, по-моему, A72, ну не знаю, я в таком восторге, тем более, что я уже начала пищать и говорить: Миш, ну я хочу новый телефон, ну мне уже этот надоел, он уже тормозит, у него уже не такая хорошая камера и так далее. То есть я только начала пищать, и как будто бы компания услышала, и сразу запустили акцию с телефоном. И я говорю: стоп, это знак, мне нужно эту акцию выполнить. И вы знаете, действительно, вот просто так фартило, и столько новичков пришло классных, и делали все заказы, и стартовую программу проходили. То есть вообще как-то, вот знаете, не скажу, что легко, но благо, что четвертый каталог можно было добирать баллы, и как раз все добрали, прошли шаги, все получилось. Вообще я в восторге, я в восторге. А здесь у меня новинки, которые будут в каталоге номер 9.
Это то, что мне прислали как официальному обозревателю. И первое я открою аромат Chill Out серии Feel Good, расслабляющий. Интересно, как он будет в деле, потому что серия, ну что-то открыть не могу. Серия мне нравится, Feel Good вообще обожаю, и предыдущие ароматы я брала все, мне они нравятся, они легкие, они не стойкие, по-моему, у них там две точки закрашены всего. Это легкий-легкий аромат, очень красиво все оформлено, но он такой прикольный всегда. Пробуем. Специально сегодня ароматом не пользовалась, чтобы вместе с вами попробовать. Ой, ну лаванда прям. Вот знаете, а если я сейчас усну, вы не думали об этом? Я не понимаю, этот аромат когда нужно использовать? Ой, как вкусно. Обожаю аромат лаванды. Я сейчас пристрастилась, когда мы ездим в магазин Leroy Merlin, я себе беру там диффузор с лавандой, и он у меня всегда стоит у кровати. Я его просто обожаю, с ним так хорошо засыпаю, просто переживаю, как бы я не засыпала с этим ароматом, а то сейчас храпеть начну, у меня там еще пол коробки, куда поставить, не знаю, куда поставить, вот так, хорошо. Итак, мне прислали на обзор целую серию новую Urban Gourd 3D. Это серия для защиты от внешней негативной среды городской. Я буду ее пробовать. Вернее, я прям буду ей пользоваться теперь, пока она не закончится. Кстати, хотела себе все выписать, все попробовать. А еще мне пришло целая куча мицеллярной воды, потому что при заказе двух средств из новинок Optimals вам мицеллярную воду вкладывают в подарок, а вода крутая. И вы знаете, у нас пошел спор, даже у меня в комментариях Леночка писала, что Лиля, а почему это тебе понравилась вода мицеллярная, ведь она же точно такая же, а предыдущая тебе не нравилась. Рассказываю, прислали на обзор мне воду, соответственно, нужно тестировать, нужно пробовать. До этого я вам могу сказать, что у меня просто не было необходимости в мицеллярной воде. Я люблю смывать косметику средством для снятия водостойкого макияжа. Меня полностью устраивает, как все снимать, потому что предыдущая мицеллярная вода не удаляла макияж так хорошо, как это. И еще такой момент. Она изменилась все-таки в составе, ребят. Она другая. Вроде бы посмотрели, состав тот же. Нет, он не тот же, он другой, и она реально круто удаляет макияж, и я ей сейчас пользуюсь. А теперь у меня их так много, буду дарить клиентам, устрою розыгрыш в клиентском чате. Так, смотрим, что мне прислали. Крутое средство для умывания, оно же непростое. Это средство можно использовать и как маску. Я прям горю желанием, сегодня уже начну умываться. Следующий продукт, а это что? А, это спрей. Спрей мне присылали уже на обзор, и я им уже пользовалась. Он крутой, я им пользуюсь просто каждый день сейчас перед нанесением дневного крема. Мне нравится. То есть вместо тоника я делаю, распыляю, там же низкомолекулярная гиалуроновая кислота, это дополнительное увлажнение кожи. А когда будет жара, я просто буду брызгаться им постоянно, чтобы освежить и увлажнить. Хотела себе сама заказать крем дневной, а мне его вложили на обзор. Ух ты, это крем дневной, у меня будильник. А знаете, что это значит, этот будильник? То, что мне нужно позвонить и провести презентацию. Сейчас побегу. А что это такое? Дневной крем. Вы знаете, чем я расстроена, что здесь крышку надо откручивать? Йоу! Ну ничего страшного. Но было бы лучше, если бы крышка была откидная, согласитесь. Так, дневной крем 50 миллилитров, а выглядит такой маленький тюбик. Далее здесь должна быть сыворотка. А еще что? Нет, это не да, это сыворотка с пипеточкой. Мы ее вот так откручиваем. Практически нет запаха. Вау, какое богатство! А здесь что? Уже прям интересно, я что-то пропускаю. Это сыворотка для лица, осветляющая будет. Вау, класс!
Слушайте, я в таком восторге. И ночной крем, он запечатан. Сейчас я его попробую открыть. И ночной крем в баночке. Девчонки, кто-то уже пробовали из пробников и написали, что эта серия очень похожа на Novage Экологен. Неужели правда похожа? И вот такой крем. Слушайте, как все красиво оформлено. Мне очень нравится новый дизайн. Матовые такие тюбики классные, флакончики, такой мятный насыщенный цвет, такой зелененький цвет зелени. Класс, все, я все перепробую. Мы запишем видео, но мне нужно несколько дней, чтобы моя кожа это все прочувствовала. Кстати, заметили, нету крема для глаз в этой серии? Нету? Или мне не прислали? Но я пользуюсь сейчас антивозрастным. Мне прислали антивозрастной. Я его использую, и он мне нравится. По крайней мере, я вижу увлажнение, все, кожа все получает. Но самая фишка — это вот этот роликовый массажер. И вот у меня сейчас каждое утро это стресс. Я не могу встать. У нас тучи, дожди, и просто вот как будто осень, холодрыга на улице, 12-14 градусов по утрам, вообще кошмар. И я беру вот этим роликовым массажером, раскатываю, потихоньку давлю. Он, кстати, много не пропускает крема, и так хорошо, так... О, глаза закрыла, аж прям чуть не уснула. Очень нравится, поэтому будем пробовать и все вам рассказывать, самую свежую информацию о новинках. Оставайтесь на моем канале, я вас всех очень люблю, желаю вам красоты, классных покупок, полезных, чтобы они вам приносили только удовольствие и вот такой классный результат. До новых встреч. Если, кстати, если у вас еще нет до сих пор дисконта от Oriflame, напишите мне или заполните заявочку, которая прямо под этим роликом, и я с вами свяжусь и научу, что нужно делать и с чего начинать. Но я реально засыпаю этот аромат на ночь, буду брызгаться и спать. Всем хотел сказать спокойной ночи, всем пока-пока, до новых встреч.